Приветствуем всех. Одно из самых главных проблем и обсуждаемых на сегодня – это, конечно же, тема коронавируса. Потому что от действий каждого из нас будет зависеть дальнейшее. Вот так сегодня выглядит интерактивная карта по распространению коронавируса на планете. Пожалуй, самым важным на сегодняшний день является доступ к достоверной информации. Не стоит доверять беспочвенным слухам, но иногда стоит прислушаться к тем людям, которые разбираются в этой проблеме. Коронавирус – это чума третьего тысячелетия. С этим придется согласиться. Ситуация сложилась таким образом, что от принятия мер по решению этого вопроса в ближайшие дни зависит будущее планеты. Дело в том, что в контексте теории золотого миллиарда вирус максимально подходит для ее воплощения в действительность. Сейчас важно понимать следующее. Сознание населения находится на катастрофически низком уровне. Я думаю, что это нас не коснется. Многие считают, что проблем их не коснется, и задуматься об этом только тогда, когда умрет кто-нибудь рядом с ними, но моложе, чем они. Действия органов власти будут малоэффективны, без добросовестного и ответственного поведения граждан. В Италии после появления первых случаев заражения полностью закрыли границы для прямых рейсов из Китая. Но это страну не спасло. К тому же, позиция «я общался с больными и мог заразиться, но чувствует себя совершенно нормально» является самой опасной. Такой человек может быть источником заражения для других, а постоянная мутация вируса может вернуться назад к нему, но уже в смертельно опасной форме. Теперь о температуре. Да, ее измерение в аэропортах и местах пересечения границ необходимо, но это недостаточная процедура. Она способна выявить только зараженных людей, у которых уже появились симптомы. И это проблема. Человек ведь может принять жаропонижающее средство. Отдельный разговор – это маски. Благодаря СМИ до населения дошло, что маски нужны не здоровым, а больным, чтобы предотвратить воздушно-капельный способ передачи вируса. К тому же, без гарантированной изоляции каждого контактного лица с потенциально больным, зараженным или носителем коронавируса на закрытой территории остановить распространение инфекции без наличия вакцины или эффективного лекарства не представляется возможным. Хочу отметить, что популярность туризма, открытые границы и миграция привели к тому, что оказавшись в стране с неблагоприятной вирусной обстановкой, соискатели красивой жизни рвутся на родину в поисках убежища, что и приводит к распространению вируса. Поговорим о мерах предосторожности. Часто мыть руки, пользоваться средствами защиты, повышать иммунитет, исключить места массового скопления людей, отказаться от посещения стран и населенных пунктов, в которых зафиксированы случаи заражений. При малейшем подозрении на возможность заражения обратиться к специалистам. Все это нужно делать. Все это поможет снизить скорость распространения инфекции и, главное, даст время на получение вакцины. И еще. Нужно обеспечить доступ к достоверной информации и ужесточить наказание за распространение заведомо ложной информации. Да, вирус пришел как невидимый враг и начинает завоевывать страны по всему миру. Из этой ситуации есть только один выход. На примере Великой Отечественной войны повторить подвиг советского народа. Дружно и самоотверженно встать плечом к плечу на защиту жизни. Все это должно быть понятно любому человеку. Ну а теперь подведем итог. С учетом вышесказанного, на первое место выходит необходимость создания межнационального обращения, которое должно быть зачитано человеком, авторитетным в политической, экономической, социальной и, главное, душевной, не духовной, как религиозной, сферах. Целью этого обращения должна стать мотивация каждого человека не только самому выполнять необходимые меры, но и следить за их выполнением другими. Только в таком случае мы сможем предотвратить катастрофическую ситуацию с распространением инфекции. Если это обращение услышит каждый и примет во внимание, то шансы на то, что удастся остановить инфекцию, возрастают многократно. Ведь в жизни так было всегда, а я об этом не слышал ничего. Это самое первое оправдание для того,
кто хочет уйти от ответственности. Так поступать нельзя. Пожалуй, это все, что можно было сказать на данный момент. Итак, друзья, следим за ситуацией, не поддаемся панике, а мы вас ждем на нашем канале. Всем здоровья!